современная и мощная. В центральную городскую больницу поступила ультрафиолетовая дезинфицирующая установка. Аппарат нового поколения обрабатывает помещение за 3 минуты. По сравнению с приборами старого образца, разница колоссальная. Обычные ртутные лампы уничтожали вирусы и микробы в течение получаса. По словам докторов, пополнение в арсенале актуально и своевременно. Также медработники получили 2 аппарата искусственной вентиляции легких. Преимущество данных аппаратов в том, что небольшой размер, небольшой вес и мобильность, вот, что позволяет, конечно, значительно лучше работать медперсоналу при транспортировке. Мобильнее становится бригада реанимации. Помощь поступила от регионального правительства. В день передачи техники губернатор обсудил важные вопросы с медперсоналом госпиталя. Важный вклад в техоснащение сделали и активисты фонда «Дари добро». Они вышли на одну из крупных компаний и получили 6 миллионов благотворительного взноса. Также на эти деньги была закуплена и большая партия средств индивидуальной защиты, бесконтактные термометры, которые пошли не только в эту больницу, но и в другие больницы, которые находятся у нас сейчас на передовой, в которых расположены госпитали по лечению больных ковидом. В районной больнице также ожидается поступление необходимых аппаратов, средств индивидуальной защиты и термометров. Меценаты и волонтеры планируют обеспечить Теренгульскую, Старомаинскую районные больницы, а также 4-ю Ульяновскую клиническую больницу. Виктория Черкова, Владимир Куликов, новости Улправды ТВ.